Вітаю глядачів, слухачів і, звісно, що підписників Політека онлайн. Абсолютно всім бажаю здоров'я. Скайпом спілкуємося з Андрієм Пальчевським. Андрій Іванович, от в першу чергу хотілося б поставити крапку в цій історії, яка пов'язана з начебто фінансовими спекуляціями на тлі епідемії COVID-19 в Україні, тому що і блогери, і журналісти, особисто вас, як власника клініки Євролаб, звинуватили в тому, що аж занадто завищені ціни на тести. Скажіть, будь ласка, скільки коштує пройти відповідний тест на COVID-19 у клініці Євролаб? І звідки взагалі от взялася ця історія, яка пов'язана із фінансовими спекуляціями? Будь ласка, от розкажіть, як є воно насправді. Ви, Вадик, хочете поставити точку, а я наоборот хочу начать. Ми тільки підготовили матеріали і подаємо іски проти всіх тих, хто це робить. Вы же понимаете, что, допустим, что касается дорогого теста в 16 тысяч гривен, его делает даже не Евролаб. Он выполнялся в Германии, в клинике Шарите, и расценки были немецкие, поэтому морочить голову себе и публике вот, не стоит. Что касается экспресс-теста BioEasy, вот, его стоимость в Украине в 5 раз выше, чем она выше в Европе. Поблагодарите наши, скажем так, власти за то, что цены здесь такие. Значит, мы, соответственно, я могу сказать, что Евролаб продавал этот тест за, по-моему, 1200 гривен с обслуживанием, с забором на дому и, самое главное, рискуя заболеть. Потому что самое печальное, Вадим, во всей этой истории, что Евролаб был единственной клиникой, которая осмелилась, несмотря на запреты и окрики, выяснить реальную ситуацию. На сегодняшний день получено 12 тестов положительных, вы понимаете или нет? А забор был произведен всего-то навсего у 500 людей. Ну, там 530 человек, если быть точным. Это значит, что количество заболевших гораздо больше, чем нам пытаются сообщить всяческие мракобесы из Минздрава, из городской мэрии, из киевской. 97 человек больных на Украину. Не смешите, как говорят в Одессе, мои тапочки. Специалисты говорят, что у нас 6,5 тысяч заболевших как минимум. Я думаю, это было 6,5 тысяч. И вирус пришел к нам двумя путями. Первое – это абсолютно безумное решение ввести и ввозить из зоны карантина, из-за границы, наших зарубежчан на неподготовленные территории. Они, естественно, попали не в самоизоляцию, а в семьи, к друзьям, и началось массовое заражение. Об этом надо было думать. Второй источник – это заражение в поездах и в самолетах. Об этом тоже надо было думать. Но так хотелось показаться красивым, вот, попиариться, что решили сделать так. Давайте Китай повезем санжары с камнями и с постоянным летанием из Киева в Харьков, и якобы с карантином и все остальное. А остальных даже не надо. Давайте несколько сот тысяч человек завезем так. Это первый путь. И второй путь – это так называемый попадание вируса, верхний путь. Из курорта французского под названием Куршавель так. Вот, прилетела группа людей, наших представителей элиты, среди которых, к сожалению, оказались больные люди. Вы знаете, вся Александровская больница забита уже элитой. Там лежал и Хорошковский Валерий Иванович, не знаю, какой у него результат. Там лежит депутат Шахов, по-моему, с супругой. Все те, кто работал непосредственно. И самое главное, что, скорее всего, потом это установят ученые, распространение вируса в группе началось во время вечеринки, где-то на праздновании 8 марта. Возможно это или нет, это более чем возможно. Что делать этим людям? Самоизоляция и сообщение обо всех контактах. Но там есть одна большая проблема, Вадик. Она связана с тем, что не все люди, как вы знаете, отдыхают со своими женами. Иногда люди отдыхают с чужими женами. Не все мужчины отдыхают с женщинами. Иногда они отдыхают с мужчинами.
И этот интимный вопрос людям очень не хочется сообщать. Это их право. Я им желаю быстрого выздоровления, и я им желаю, чтобы они каким-то образом все-таки уполномоченным структурам сообщили о контактах и предприняли меры для самоизоляции и самоизоляции людей, которые могли быть в их зоне общения. Что касается, допустим, Валерия Ивановича Хорошковского, которому я желаю крепкого здоровья, вот, он прилетел из Франции, как написано в газетах, после этого обращался в ряд медицинских учреждений, где ему были сделаны исследования. Я очень надеюсь, что персонал этих учреждений был защищен. Я очень надеюсь, что результат коронавируса у Хорошковского не подтвердится. Что касается Евролаба, Евролаб перешел на полную химическую защиту, если можно так сказать, еще 3 недели тому назад. Догадайтесь, почему. Потому что там ответственность была. И тогда же было принято решение руководством клиники брать тесты, потому что мы понимаем, что правительство будет чернобылизировать проблему, замалчивая, я имею в виду, по слову правительства, я имею в виду все органы, замалчивая реальное состояние вещей. Дальше они доведут страну до самой большой эпидемии в Европе, я в этом не сомневаюсь, можем поспорить. Ну и, конечно, все эти выступления жалкие и обвинения в том, что якобы не были сообщены случаи, еще раз повторяю, все 12 положительных анализов были соответствующим образом предоставлены санэпидемстанциям или уполномоченным органам письменным, телефонным, факсовым, электронным образом, о чем есть доказательства. Сегодня они будут предоставлены. А все те, которые боятся, как вы знаете, проиграть мэрское кресло, я хочу сказать, не дрейф, Виталик, будет хуже. Да. Андрій Іванович, завершуючи нашу розмову щодо цих заяв, звинувачень, які лунали і лунають на вашу адресу з приводу фінансових спекуляцій, скажіть, будь ласка, ви особисто знаєте, звідки ростуть ноги? Конечно, знаю. Я только что вам сказал, естественно, знаю. Я знаю, откуда они растут, и я знаю, что это ни к чему не приведет, поэтому я спокоен, как удав. Мы медленно удавим всю эту систему безобразий, понимаете? Вместо того, чтобы рассказывать, почему у нас не защищены врачи и медсестры, сейчас начнется массовая паника, в Италии умерло 40 врачей и медсестер, у нас пока заразились 2. Тобто, я вас уверяю, в Киеве на следующей неделе будет 100 зараженных докторов и 100, а или более, зараженных сестер. Так вот эти все мерзавцы, которые не обеспечили им, будут сейчас рассказывать истории о своих конкурентах, да, которым меня, вот, видимо, из-за популярности, они ошибочно отнесли. Я хочу сказать ошибочно, потому что я к их гнезду не принадлежу. Вот. Это совершенно другой у меня подход к жизни, вы знаете. И пока есть возможность говорить правду, я буду ее говорить. И пока есть возможность узнавать реальное количество больных, я буду это узнавать. Что касается высокой стоимости тестов, это абсолютно понятно. И люди, которые это делали, у них не было другого выхода. Мы делали это за границей. Исполнителем была, еще раз, клиника Шарите, потому что правительство, руководство страны сделало все для того, чтобы тесты в Украине, дешевые тесты, проводиться не могли. Они монополизировали эту сферу для того, чтобы монополизировать информацию о реальном распространении эпидемии. Вот. Я думаю, что все закончится судом над этими людьми. Я в этом уверен. Андрій Івановичу, ще раз, щоб почули в тому числі і наших глядачів. На вашу думку, замовником цієї історії щодо цих наклепів, звинувачень, це є Віталій Кличко, правильно? Знаете, я свечку не держав, і Віталіка Кличка я не підслушую, в отличие от тих, хто підслушує мене. Вот. Но все, он непосредственно заявив, о том, что клиника, одна из клиник, утаивает реальные результаты. Больше этого не делал никто. Если бы это сделал любой другой человек, я бы ответил бы ему. Но пока это сделал Кличко каким-то странным образом. Вот, до сих пор претендует на кресло мэра, как вы знаете. И, к сожалению,
случилось так, что по рейтингам я дышу ему в спину. Я хотел сказать: расслабьтесь, месье, расслабьтесь, нам сейчас не до рейтингов, нам надо говорить правду людям, а не изображать движение, точнее бег на месте. Вот и все. Андрій Іванович, в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю ви сказали, що швидкі тести на COVID-19 – це як мертвому припарка. Ви знаєте, дуже просто багато людей не обізнані в тому, що наразі відбувається, і от піддаються певній паніці, певній тривозі, і відчуваючи певні, знаєте, такі симптоми ОРВІ, вони думають, треба піти і перевіритися. Що б ви порадили взагалі українцям, що б ви порадили людям робити в цій ситуації? Якими є ваші поради і як себе, можливо, уберегти від цієї недолуги? Ми повинні вести себе так, як ведуть себе всі країни, які реально борються з коронавірусом, а не зображають. Должна быть налажена система ПЦР-тестов. Корея, которая первое место занимает в этой борьбе, создала 633 теста. Они, кстати, на улице. Все берут прямо из машин, прямо у прохожих под такими зонтиками. Они называются drive-thru. Мне просто слово thru не нравится. Не знаю, как вам. Вот. И я хотел сказать то, что правительство этого не сделало. До сих пор значит, Центр громадського здоров'я – це жалке подобие вообще того, що должно быть. Там було сделано около 600, ви вдумайтесь, 600 исследований. Італія делает 20 тисяч в день. У нас население примерно такое же, не намного отличается от Италии. Итальянцы вчера опубликовали информацию, что у них заражено, скорее всего, 600 тысяч человек. В 10 раз больше, чем официальная цифра. И поэтому такая высокая смертность в Италии. Потому что вирус тот же, как и в Корее. Только в Корее 0,6% умирает. А здесь статистически почему-то получается 9 с лишним. Так дело в том, что просто итальянцы видят маленькую часть заболевших. Понимаете? А видят они маленькую, потому что они не тестируют, нет тестов. И руководитель Всемирной организации здравоохранения, вот, Гебрейесус, Тедрос Гебрейесус, сказал, что три вещи необходимы для победы над вирусом. Это тесты, тесты и тесты. А что касается вот этих тестов, которые привезли в Китае, из Китая, я считаю, что вообще это какой-то не ликвид. Потому что, исходя из нашего опыта, мы перепроверяли эти тесты, и подтверждение результата экспресс-теста дальнейшим ПЦР-тестом было слишком редким. Мы написали соответствующее письмо и в Минздрав, и поставщику из Китая. Эти тесты очень ограниченный носят характер, потому что они выявляют антитела после определенного этапа болезни. А люди приходят, скорее всего, до, понимаете? Они боятся все и бегут быстро делать себе эти тесты. Вот заплатили там 1200 гривен или что-нибудь, вот, и бегут уже домой счастливо назад. Но болезнь от этого не уменьшается. Скорее всего, нам придется рано или поздно обращаться за помощью в тестировании. И не вот эти жалкие подачки, которые мы получили, я сейчас прочитал, в Харьковской области аж целых 89 тестов ПЦР привезли. Вы понимаете, там 89 – это курам насмех. И быстрые тесты означают не экспресс-тесты, которыми нам тут дурят голову, вот, а быстрые тесты – это быстрые ПЦР-тесты. То есть это полимеразно-цепная реакция, так называемая обратная РТ, обратная транскриптаза. Вот. Я думаю, что до тех пор, пока правительство будет играть с нами в молчанку, этого сделано не будет. А когда они это сделают, для них уже будет слишком поздно. Я обращался и к руководителю парламента, написал ему о том, что меня настораживают результаты, которые я получаю из Евролаба, слишком много болезней. Я написал лично Андрею Борисовичу Ермаку о том, что много слишком положительных результатов. Я думаю, что они пересмотрят свое шапкозакидательское настроение, но я могу сказать, уже будет все равно. Им это будет слишком поздно.
Андрій Іванович, от і все. Андрій Іванович, якщо говорити, знаєте, безпристрасно і без жодного політичного забарвлення, Україна фактично вже тиждень, ну вже трошечки більше, живе зовсім в іншій реальності, в умовах цього карантину. Як ви оцінюєте ці дії влади в контексті тих обмежувальних заходів, які були запроваджені? Що було зроблено правильно, що було зроблено неправильно, чого достатньо, чого недостатньо? Я можу сказати, оцінка дій влади неудовлетворительна. Неудовлетворительно, неудовлетворительно. Самая большая ошибка была – это беспорядочный ввоз людей из зон бедствия. Так называемый возврат украинцев. Это роковая ошибка Владимира Зеленского. Еще раз говорю, роковая, фатальная ошибка. Понимаете, у нас есть закон, который запрещает от 2002 года перевозить людей из зоны с карантином в зону с карантином. А у нас это произошло, закон противоэпидемический 2002 года. Но я перечитывал и пересматривал материалы по ошибкам, которые были допущены в борьбе с эпидемиями испанки в 1918 году, с эпидемиями черной смерти, чумы 14 века. Все, что можно было, где можно было ошибиться, везде ошиблись. Лекарств нет. Одежды для медработников нет, койки не подготовлены, волонтерские организации не подготовлены, коммуникация с бизнесом на предмет реквизиции масок и в аптеках средств, необходимых для лечения, нет. Половинчатое введение карантина. Все это через неделю, Вадик, к сожалению, я окажусь прав. Вот, я очень не хотел бы оказаться прав в этом случае. Вот, понимаете, некоторые думают, что как бы личные вещи, личные проблемы можно поставить над одной большой общей. Нельзя. Но я могу сказать о том, что ничего не было подготовлено для борьбы с коронавирусом COVID-19, я подчеркиваю, 19, а не 20. У нас было 3 месяца, мы видели, как это развивалось во всем мире, и вдруг началось вот это безумное броуновское движение. Люди, которые едут в поездах, чихая друг на друга без масок, их встречают без всякого контроля, и оттуда вместо карантина или специальных зон их развозят такси по домам. Понимаете? Я понимаю, что это их родина, точно так, как и нас с вами. Но родина должна была встретить их подготовленной. Сейчас, когда пойдут первые трупы, вот, мы с вами горько-горько вспомним эти приезды. А что касается руководства страны, оно закончит свои выступления в том виде, в котором они это делают сейчас. Андрій Іванович, это будет не эпическая, а фатальная ошибка власти. Скажіть, будь ласка, ідея повертати українців за кордону, яку проголосив Володимир Зеленський, якщо не помиляюсь, у своєму першому відеозверненні, яке було присвячено саме епідемії, це була його особиста ідея, якщо вам це відомо, чи йому хтось, ну, традиційно вже щось там нашепотів на вухо, що, мовляв, треба так зробити і треба повертати наших. Вокруг президента в'ються странные люди. Вот абсолютно понятно, что он делегировал слишком много полномочий, значит, фельдшеру Радуцкому, который чувствовал себя, но сейчас немножко там начинаются вопросы после продажи масок и особенно активной торговли лекарствами, все больше круг вокруг за него замыкается. И, скорее всего, президент Зеленский будет вынужден перевести его в разряд лжесоветчиков. Но я уверен, что Зеленский полагался на мнение этого человека. Я уверен, что он полагался на мнение Заряны Скалецкой, которая с пеной у рта доказывала, что 30 анализов, 30, я подчеркиваю, это же как в дурдоме, достаточно для того, чтобы встретить эпидемию. Понимаете? Это же было, я ничего не придумал. Вот. Что касается Емца, который сейчас вошел, так сказать, на эшафот медицинский, вот, он пытается вести себя правильно. Я считаю, что жесткие меры – это то, что необходимо делать. Но получится ли у него? Отвечу – нет. Потому что
в борьбе с эпидемиями все делается во время подготовки, а не тогда, когда люди уже мечутся по палатам интенсивной терапии. Вы знаете, что Александровская больница уже полностью забита? В интенсивной терапии находится вся киевская элита, извините, куда ты их передвинешь? Для якої начебто виділили окремий поверх. До речі, є така інформація, я не знаю, чи вона достовірна, що для цієї еліти, про яку ви кажете, виділили там окремий поверх. Я не сомневаюсь в этом, я сам не видел, но было бы очень странно, если бы, допустим, два депутата лежали с двумя тетями из Киевской области, вряд ли, или дядями. Конечно, они, скорее всего, будут в особых условиях, но такова реальность. Вот. Я в данном случае, вы понимаете, особенно вот, мужественно себя ведет Сергей Шахов, который рассказывает о том, что с ним происходит, докладывает все перипетии и так далее, и таким образом рассказывая, кстати, вчера я получил от него весточку о том, что кончились лекарства, у него уже пневмония. Ну, так, и хороший сказал, совет для тех, кто нас слушает, и плохо для тех, кто нас не слушает, что немецкие врачи советуют прививаться сейчас от пневмококковой инфекции людям старшего поколения. Теоретически это можно сделать, потому что главное осложнение, как вы знаете, это пневмония, таким образом можно себя подстраховать. Андрій Іванович, а яке продовження у цієї історії з паном Радуцьким в контексті цих масок, що він причетний начебто до того, що частина масок була продана за кордон? Які є факти, яке продовження? А ви позвоніть Радуцькому і задайте йому як журналіст вопрос. Скажіть, вас обвиняють в тому, що ви украли маски. Це так чи ні? Якщо він почне вам розповідати про те, що, условно говоря, не треба мене обвиняти, тому що я єврей, як Дрейфус, як було написано в його... этом Фейсбуке, так я хочу сказать, что евреев много, а маски продает один. Если это не так, скажите, я никогда не продавал, я абсолютно непричетный и так далее. И потом вообще, почему прокуратура этим не занимается? Вы знаете, что маски вывозятся, вы знаете, что у нас сейчас испанская проблема с масками, через Херсонскую таможню везли и так далее. Где Нефедов? Где прокуратура? И самое главное, где СБУ? Ведь у СБУ особые есть полномочия в эпоху эпидемии. Они, как никто, должны следить за людьми, которые распространяют вирус. Не за теми, кто говорит правду, а за теми, кто распространяет вирус. Корейцы поставили каждому приехавшему в страну специальный маячок в телефон, по согласию, естественно. И когда человек выходит из точки А в точку Б, это сразу видно. И если он контактирует с другими, то другие маячки, все маячки сообщают о том, что, условно говоря, маячок 1 связался с маячком 2. Вот. Это очень правильно. И подобного рода технологии должны были быть давным-давно у нас, а не всякие там дурацкие бумажки, которые никто не читает. Андрій Іванович, буде змога, буде, якщо у нас така змога, ми обов'язково поспілкуємося з Радуцьким на цю тему. Все ж таки, на завершення нашої з вами розмови, это, щоб ви побажали... Это просто делается. Он мне позвонил в пятницу, так, перед тем, как полилось все это дерьмо на вентилятор. Я сказал, что я с ним не разговариваю. Я с такого рода людьми вот, вообще не разговариваю. Понимаете, с ними, со всеми, должны потом разговаривать представители, я не знаю, прокуратуры или органов дознания. Это они довели страну до того, что она абсолютно не готова к эпидемии. Вы понимаете? А сейчас будут нам рассказывать истории. У нас есть люди, которые были уполномочены подготовить страну к эпидемии. Это от президента, который возглавляет штаб, до всех там этих рыцарей некруглого стола. Так вот эти рыцари все, они так аккуратненько все сдриснут, и на этом все закончится. Вот, понимаете? Ви ж добре знаєте, як в нашій країні працюють правоохоронні органи. На завершення, Андрій Іванович, що б ви побажали українцям? Українцям я побажав би сидіти вдома. А вот, если закупать продукты, надо помнить о том, что самыми надежными, как ни странно, являются консервы, потому что их можно обработать при температуре выше 60 градусов, и паром можно обрабатывать до поверхности, вирус погибает. Надо помнить, что в лифтах вот, и в закрытых помещениях в аэрозольном виде вирус может оставаться до 4 часов. Если вы гуляете в парке, помните, что пробегающий мимо вас – это очень опасно, потому что вы попадаете… Человек пробежал, казалось бы, но он выдыхает в каждом выдохе до 3000 мелких частиц с вирусами, если он, не дай бог, болен.
Вот. Многие молодые люди, я надеюсь, перенесут это легко, поэтому они могут не знать. До 80% людей, которые обращаются в Соединенных Штатах сейчас, не знают о том, что они являются носителями коронавируса. Я хотел бы пожелать не выпускать своих маму и папу из дому, не контактировать с ними, продукты оставлять в тамбуре, на улице. И, конечно, самое главное властям – это пожелание от всех киевлян: не берите, сволочи, с людей деньги за тепло и электричество в тот момент, когда украинцы не могут работать. Так сделали все страны. Второе. Зеленский и руководитель нашего правительства – должны обеспечить людям какую-то часть их зарплаты, если они не ходят на работу. Дальше выйдем, отработаем. Вот. И третье, я хочу сказать, это то, что все, так сказать, попытки людей проявлять дружбу, проявлять, заботу друг о друге, выдавать деньги в различные фонды, это замечательно. Но лучшее, как показывает опыт, это находить конкретных потребителей. Ну, например, бабушку, дедушку взять на обслуживание или там дом престарелых каких-то, а не сбрасывать деньги в фонды, потому что, вы знаете, они оттуда улетят как из сифона. Вот это было, есть и будет. Контроля у нас не будет в стране. Вот что я хотел бы сказать. Андрій Іванович, хочу подякувати вам за цю розмову скайпу. Мали можливість поспілкуватися з Андрієм Пальчевським. Доброго здоров'я бажаю вам. Так само бажаю здоров'я всім нашим глядачам. Тримаємося і дивіться політику. Дякую.